Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Сейчас вы увидите еще одну подборку самых крутых товаров с сайта AliExpress. А в конце видео вас ждет конкурс. Все ссылки на товары в описании под видео. Подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Поехали! Есть такая игрушка птичка-неваляшка. Она умеет на лету удержаться своим клювиком и не падать. Ее можно посадить на край стола или на кончик пальца, и она не двинется с места, весьма легко балансируя в воздухе. Секрет такого ее поведения прост: как у всех подобных игрушек, центр тяжести этой конструкции находится под опорой, на которой стоит клюв. Поэтому птичка никуда не переворачивается и легко удерживается в таком положении устойчивого равновесия. Автомобильное зеркало для слепой зоны. Устанавливается снизу стандартных боковых зеркал и дает автомобилисту больший угол обзора слепых зон. Состоит сразу из двух зеркал для видимости на передние и задние колеса. Это полуавтоматический беспилотный велосипед. Контроль все-таки осуществляет человек, но удаленно. Он управляет скоростью и направлением движения через беспроводное подключение с помощью установленных на руль зеркал, которые транслируют потоковое видео. Велосипедные дорожки, появившиеся в последнее время, позволят беспилотнику перемещаться с меньшим риском для окружающих. А это пистолет для установки шипов на резину для автомобиля. Во-первых, пистолет стоит недешево, а во-вторых, за такие деньги можно купить 4 отличных колеса. К тому же шипы не входят в комплект. А значит, их придется докупать отдельно, а поэтому не вижу смысла в этом пистолете, если делать это только на одном комплекте резины. А это электронная регулируемая тонировка, которой можно управлять с пульта. Смысл в том, что тонировка состоит из двух слоев пленки, а между ними слой кристаллов, которые под воздействием электрического тока меняют движение и светопропускаемость. Кстати, ее можно приклеить на автомобиле, если вдруг тебя остановили, кликаешь на пульт управления и стекла вмиг становятся прозрачными. Цена не очень низкая, но и не заоблачная. А это пресс для банок, сделанный полностью из пластика. Поэтому говорить о его надежности не приходится. И знаешь, для чего нужен, чтобы выносить мусор реже. Вот ты сдавливаешь банку, и в ведре появляется больше места. Супер находка для супер ленивых людей. Повесить этот пресс можно на стену. Это прыгающее растение пираньи из Марио. Вещица представляет собой клевый и очень гибкий ночник. Выглядит но очень реалистично, прям как в игре. Голову растения можно как угодно вертеть, поворачивать, короче, вытворять с ней самые безумные штуки, ведь все равно ничего не грозит. Внутри пасти находится маленькая лампочка, которая вряд ли сможет хорошо осветить рабочие места, но вот ночником она послужит отличным. Очки виртуальной реальности. Очки с AliExpress подойдут для незабываемого времяпровождения в играх или просмотрах фильмов с 3D-эффектом. Прибор поставляется с полным комплектом всех необходимых принадлежностей, джойстики и пульт для управления системой. Также очки имеют встроенную звуковую гарнитуру, что придает нереальное ощущение полного присутствия в игре или фильме. Прибор совместим практически с любым современным смартфоном. Виниловая пленка для отделки автомобиля имеет привлекательный вид, заделана под карбон. Продается мотками по 3 метра и шириной до 10 сантиметров. Не боится воды, царапин и грязи. Отлично защищают пороги авто и отдельные элементы. Теперь вы можете играть в гольф в любом помещении. Все, что вам нужно сделать, это просто взять палку и нажать на спусковой крючок на рукоятке. Крошечная фигурка будет размахивать своей клюшкой и заставит мяч для гольфа лететь. Этот набор поставляется со всеми необходимыми фигурками и специальным газоном для игры. Данный мини-гольф понравится не только детям, но и взрослым. Ну а для участия в конкурсе вам нужно всего лишь поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий для определения победителя через рандомайзер. Подробнее в описании. Большое спасибо за просмотр. Пока-пока.